Что снимаем? Что мы снимаем? Тушите это. Тушите, пообщаемся. Не, давайте так пообщаемся. Тушите, тушите. Нормально пообщаемся. Единственное, только сделать. Закон. Ну а согласно я какой статье? Я никогда закон не нарушаю. И все делать все по закону. А как согласно... Хотите вопросы задать в управлении патрульной полиции, если у нас... Ой, да, там, я вам хочу задать вопрос. Я не самое. Хочу отвечать на вам вопрос. Они там прикрывают. Почему? Потому что не хочу. Ну я же прошу закона, шановно. Я их выполняю закон ваш. Вы разумеете? Что мы снимаем? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тушите это. Тушите, пообщаемся. Не, давайте так пообщаемся. Тушите, тушите. Нормально пообщаемся. Пообщаемся в сторону. Если вы положите камеру, мы нормально поговорим. Да. Ну нормально, дальше... поснимаем. Что вы хотите? Ну это просьба. Я снимаю, меня снимают, не вас снимают. Что, не вопрос, не вопрос. Нету вопроса. А у меня к вам вопрос. Ну не по поводу. Что вы хотели у меня узнать? Ну, что? А что вы не узнаете? Свидетеля видели, что здесь продавали? Нет. Свидетеля будете у меня? Не, не так видели, не видели? Ну, я говорю, не видел. Вы не видели фотографии? То, что здесь продают, не видел. Просто спрашивали, что я снимаешь. Не, ну, может, помочь хотите. Может, вы свидетелем хотите помочь. Какой-то пользу от глаз хотите сделать. Ну, правильно? Может, вы снимаете, которые люди незаконно продают, нарушают закон. Вы с этой пользой ходите, снимаете. Хотите полиция помочь? Ну, возможно так, да? А вы просто ходите снимать. Я даже не знаю, чем вам помочь. Я так и вижу. Ты меня вообще не попереджав. Ты мене один раз не раз сделал. Безмисленно, немало розмова, а немає ніякого нарушення. Ви так все позабили. Не потрібно не боятися. Ви не нарушаєте закон, все подобається. Ну який закон, йому, значить ви смертельні. У Кирівці торгуйте до вогня, ті комусь не приганяють. Запорожжянці слабо можна стояти. А вы конфисковывать будете? Это не имеет значения. Узнайте все в управлении патрульной полиции. Что там не говорят ничего? Чего не говорят? Все говорят. Не говорят. Плохо спрашиваете. А можно ваши документы? Конечно, именно. Водительская, регистрационный паспорт, заграничный вам. На какой именно документ? Служебное удостоверение. Уточняйте, что вы нужно. Не, вроде это точно. А понятно им будет? Понятно им будет? Нет, все пользы вообще не почему сдастся. А какая польза? Потому что мы там не прогоним сейчас или напишем на них постановление. Так пусть продают. Пусть продают. Вот это вот Шмидта у нас были грязные, да? Вы видите, что у нас Троцкого у нас последний происходит? Пройти нельзя. Да он в цыгане живут. Грязная не от того, что она продает. А то, что много продают, не одна, а много продают. Это твоя грязь. А то, что они ушли после своей продажи, потом остается мусор после них. Никто не убирает. Из-за того, что у нас лицо города, которое люди приезжают из Харькова, из Киева приезжают на лицо города. А у нас непонятно, что похоже лицо города. Вы же не за мусор ее сейчас штрафуете. За то, что они законно
за мусор. А это уже как результат. Конечно, не за мусор. Если ну так она нарушила, что она? То, что мусор оставляет? Или то, что продает? Для закона тривиальный звук, статья 160. А почему именно только в этом месте? Потому что тут нема документов, потому что в этом месте. А я побачу, там и другого. Да? Известно. Я передбачив, да, пробувши штраф, передбачив лише протокол. І вирішує по даному пробувши суд, не я, суддя вирішує. Розумієте? Штраф виписати я вам не можу. Чого ні, ми до протоколу, пішли. Протоколу написано? Так, але саме це. Не можу, передбачено доручення висити. Йдемо отсюда. Я вам чесно, вас тисячу раз попереджали. Ви знаєте, що продавати нельзя. Мене ж не попереджали. Воно вже хтось продавав, що вони тут не продають. Вони вже почали на Озерки. Ну йду так. Там не стовпилося. Там на русські позабирали всі міста. Предупреждали до этого очень много раз людей. Я люблю, люди их знают. Хотя по данному проношению повесили трубки. Не предусмотрено предупреждение. Мы предупреждали людей. Они не слушают и продолжают нарушать. Поэтому, ну сколько же уже предупреждать? Кого будет? Я тебя умоляю, его водите было надо. Кого? Когда вы будете? Про отдел везут не потому, что нарушают. А почему? Ну вы недавно отвезли. Вы недавно отвезли иностранца, помните? Мы дискуссируем. Это то, что было когда-то давно. Ну это ведь незаконно с вашей стороны. Все было четко, все было по закону. Все было правильно. Согласно какой статье? Только закон. Ну а согласно какой статье? Я никогда закон не нарушаю. И все делается по закону. А как согласно? Хотите вопросы задать в управлении патрульной полиции, если нас. Я вам хочу задать вопрос. Я не хочу отвечать на вопрос. Почему? Потому что не хочу. Почему? Ну потому что не хочу. Ну на основании чего вы не хотите это делать? Потому что не хочу. Не, вы должны делать только согласно закону. Согласно чего? Я делаю согласно закону все. Конституция Украины, 19-я статья, знаете? Документы я предоставил, согласно закону. Ну, 19-я статья вот Конституции, все. Знаете? Может, вам еще что-то рассказать? Личные какие-то, с кем я живу, где я живу, еще 19-я статья. Я вам отказываю вашей просьбе. Услышали меня? 19-я... Я вам только отвечу только то, что по закону вам нужно. 19-я статья Конституции, знаете? А чем она звучит, 19-я статья Конституции? Что вы маете право, только в межах закону все діяти. Свободен, без питання. Правильно? В межах закону. Я спрашиваю, на каком основании вы забрали иностранца? Не понимаю, о чем вы говорите. Вообще не понимаю. Не понимаете? Я вообще не понимаю. Смешно. Кто о чем есть, ну, о чем я плакать? Честно. Ну вы же помните, как вы забирали там возле Островского. Возможно, было, возможно. Привез... Знаете, сколько каждый день? Ну я ж тогда был. Вы же меня помните. И грабежи раскрываю каждый день. Вы же меня помните тоже. И грабежи раскрываю каждый день. Очень много людей. А при чем тут грабежи? Я спрашиваю, на каком основании поэтому вы тогда человека забрали? Помнить, что каждый день происходит, я не могу. Вы просто перебиваете, человек. Да? Человек. Пробиваю. А я так понимаю, это сейчас процедура. Человек вас просит, да, не наказывать, а вы просто стоите и как бы на мозги что и капаете. Наказывать? Что значит слово наказывать? Ну я вижу, вы... Нету в кодексе Украины. Вы все юрист. А я очень глубоко сомневаюсь, что вы юридически подкованы, очень глубоко сомневаюсь. Такого слова наказывать нету ни в юриспруденции, ни в кодексе Украины о административных правонарушениях, ни в Конституции, тем более, и нет такого слова наказывать. Поэтому наказывать человека не собираюсь. Не, вы слышали меня? Стоите, полчаса здесь стоите, ничего не делаете. Там полицейский, права, как обычно, он должен права. Быть занят, правильно? О чем вы заняты? Да вы молчите стоите с телефоном просто. Вы молчите стоите. Вы стоите молчите просто. Может вы не слышите просто? Я не слышу, что вы говорите, вот женщина. Вы постоянно стоите и молчите. Не, я боюсь к вам подходить. Вы все время отталкиваете меня. Бред, непонятно. Немає закону, не передбачає пожилі. Давай.
Там такая вот миллиона. Для выходного суда, там, ну, я ж пишу закони, шановна. Я їх виконую закони, шановна. Ви розумієте?